Действия возглавляемой США коалиции в Сирии все более дестабилизируют обстановку в этой стране. Так считает официальный представитель МИД Мария Захарова. По ее словам, у России есть неопровержимые доказательства, что американцы снабжают террористов переносными зенитно-ракетными комплексами. Мы отвечаем, что действия коалиции, которую возглавляют Соединенные Штаты Америки, так называемая антиигиловская коалиция на сирийской территории, все больше является именно дестабилизирующим фактором и только осложняет и без того непростую военно-политическую и гуманитарную обстановку в Сирии. Кроме того, джихадисты, которые действуют в районе Алеппо, продолжают получать оружие и боеприпасы. Отмечены случаи передачи боевикам противотанковых комплексов и переносных зенитных ракетных комплексов американского производства. Кроме того, Россия представит Совбез ООН официальный документ, который содержит факты выполнения Москвой своих обязательств по Сирии и нарушения со стороны Вашингтона. Нам все время, в том числе в публичной сфере, говорят о невыполнении обязательств, в частности, по российско-американским договоренностям в контексте плана мирного урегулирования в Сирии. Для того, чтобы прекратить всяческие инсинуации по этому поводу, Российская Федерация приняла решение распространить в качестве официального документа Совета Безопасности ООН, а также на площадке Организации Объединенных Наций не только в Нью-Йорке, но и в Женеве, соответствующим ООНовским органам и структурам, документ, в котором приводятся и собраны все факты выполнения российской стороной своих обязательств по российско-американским договоренностям и невыполнения своих обязательств американской стороной.